Это программа «Мой район». Шума очень много наделали своим заявлением. Смена. Что такое смена? Это газета, это сайт? Нет, где вы? Смена – это журнал. А, тот самый журнал, конечно. Смена, он до сих пор выходит. Да, он вот такой толстый. Я работал в нем в 80-х. Журнальчик. Вы там упрекнули своих коллег, насколько я понимаю, которые уехали. Ну, я не то, называя фамилии, естественно. Да, да, да. Да. Я не то, что упрекнула. Я высказала свою точку зрения по поводу того, что в тяжелость нужно любить... и получать дивиденды от страны не только когда ей хорошо, и тогда, когда ей плохо. Угу. Это вот мое мнение, как бы. И поддерживать людей в первую очередь. Вот это мне было важно. Конечно, потому что вы ролевые модели, на вас смотрят. Мы идеологический фронт, нам всегда это внушали. Угу. Мы бойцы культуры, конечно. Мы бойцы идеологического фронта, нам всегда это внушали. Я их не осуждаю, я не осуждаю тех людей, которые уехали. Кто-то там испугался, не знаю, еще что-то, но кто уехал, так сказать, это мое решение. Я их не осуждаю, как там, ну, мы знаем, да, про кого-то. Это мое решение. Ну, уехал и уехал. И выстраивай свою жизнь. Ну, а зачем... Вот я единственное, то, чего не понимаю, зачем давать интервью и кричать «Слава Украине», вот это вот мне вот... Ну, как-то вот меня действительно задача. Ну, ехал ты, твоя точка зрения. Я, ей-богу, никогда не буду, так сказать, чью-то точку зрения осуждать. Угу. Но если ты вот там, так же я говорила про Диму Назарова, я его очень уважаю как артиста. Его и любит народ, он народный артист. Не надо об этом забывать, он народный артист. России ему дана индульгенция на это. И когда ты получаешь большие деньги, работая в государственной структуре, это некорректно, по меньшей мере. Вот. Ну, мягко говоря, сказал, используя ненормативную лексику, да, но не буду. Да. Здравствуйте, приятно. Вот, поэтому вот это моя точка зрения. На Ахеджакова я сказала, ставьте покой бабушку. Ну, правда. Потому что даже гав между нами, когда его спрашивали, где Лия, он говорил, как всегда, на митинге. Правда? Было такое, да? Да. И Аросева, которую мы, она говорила, Лика, что ты лично своей этой самой. То есть, ну, это просто ее позиция, она борец внутренний. Mm-hmm. Ну и уже бы ее, как сказать, лишь бы только это не было вредно для страны. Это вредно для страны. Mm-hmm. Ладно, спасибо вам огромное, спасибо. Спасибо. Все. Это программа «Мой район».